4-й раз поддерживает эту социальную инициативу «Спасем Днепр вместе». Это говорит о том, что предприятие не только мощное экономическое, но и социальное движение. Насколько важно, насколько значимо для Запорожья то, что люди вместе объединяются для того, чтобы сделать город лучше? Я думаю, все запорожцы хотят жить в чистом, благоустроенном городе, где на улицах порядок, где чистота в парках. Что для этого нужно? Нужно для этого две вещи. Первое – это городская власть, которая действительно занимается вопросами благоустройства и комфорта для жизни. А эта власть зависит в первую очередь от нас самих. Какую мы ее выберем и как мы будем с нее спрашивать. И второе, не менее важное, это зависит, это чистота и порядок зависит от нас самих. Потому что можно построить 1000 детских площадок, сотни лавочек поставить, все укрыть тротуарной плиткой. Но если человек сам сорит, и ему безразлично, то чистоты и порядка никогда не будет. Поэтому я хочу сегодня поблагодарить всех запорожцев. Я знаю, что на сегодняшней акции более 1500 жителей Запорожья, которые своим примером вышли и взяли небольшой кусочек нашего города, привели его в порядок. Я думаю, что это должна быть нормальная традиция, которая в душе каждого из нас, каждого запорожца. Из этих